Второй день научно-практического форума открыл старший научный сотрудник отдела археологии Абиги Гарри Сангули. Тема его доклада – абхазская конница в историко-археологическом аспекте. По словам археолога, абхазская конница или кавалерия, несмотря на слабое изучение ее природы как особого рода войск, согласно исследованию, уже в древности выступает как специальное подразделение, целью которого было вести активные боевые действия в наступательных операциях. А также организованы военные действия и при отступлениях, обладая высокой подвижностью и маневренностью в сложных условиях, совершая стремительные и мощные удары на ближних и дальних расстояниях, от дислокации абхазских войск в центрах своего сосредоточения при местной и верховной власти. Абхазская конница оставила заметный след в истории Абхазии, в истории других народов, с которыми она контактировала. В те версии, которые рассматриваются как завоевательные походы на территории абхазов, скифов, миотов и так далее, сегодня недостоверно. Почему? Потому что они находились в дружественных отношениях, вместе они наступали в Урарту и в других территориях. Сегодня этот вопрос так не рассматривается. Этот вопрос пересматривается. Скифы, похоронены в родовом кладбище Кулунанрхо, не были завоевателями, эти были скифские вооружения. Носителями их были абхазы, эти погребения там, раскопаны Трапшем. И вместе они взяты составляют родовой могильник этих местных, значит, помещиков в позднее время. Тогда, видимо, элиты местной, и как престижные вещи они приносились в Абхазию. По каким-то признакам они их предпочитали.